теперь уборка. Как оно? Отлично. Нас кришнаиты обвинили в женоненавистничестве. Здравствуйте. Расскажите, что это вообще такое тут происходит? У нас здесь происходит проект «Живая библиотека». Это мероприятие, которое направлено на разрушение стереотипов, которые сложились у людей. Я что-то не понял. Смотрите, вот есть какие-то книги, да? Я вот как сумасшедший прихожу в библиотеку, открываю эту книжку, начинаю ее листать и с ней говорить что-то. Нет, в роли книг выступают живые люди. When I came here to 10 months ago, Мария приехала сюда 10 месяцев назад, I realized that for a while that's what I was, a Romanian. I know that now for most of the people that I know here, I'm more than a Romanian, and I'm also more than a volunteer. But this process requires time. Но это заняло время. And also requires dialogue and communication. And the main purpose of this event is to start a dialogue between different categories of Donetsk society. И главной задачей этого проекта является начало диалога между разными категориями представителей Донецкой области. Читатель может одновременно зарезервировать не больше 3 книг. Каждый период чтения длится не больше, чем 25 минут. То есть вы подходите к библиотекарю, когда вы выбрали книгу, говорите, кто вас интересует, какая книга, и библиотекарь вам говорит номер этой книги и где она находится. Если у вас возникают любые вопросы, вы видите людей в черном, которые являются нашими организаторами, к которым можно обращаться по любым вопросам. Ну что, тогда мы можем начинать. Начало первой аудиосессии чтения у нас в Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Встречаемся с вами с кем-то в первый, с кем-то не в первый, но наверняка. Put them in words, but the experience was very positive, I think. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you?
But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. Девушка в белом. Да, можно не позировать, потому что я видео снимаю, да. Какое уже все видео. Меня зовут Оля, меня пригласили ВКонтакте. Вы кого-то еще приглашали ВКонтакте? Да, я пригласила много кого ВКонтакте. Отлично. Человек 10. Итак, с какими книгами вы успели ознакомиться? С лесбиянкой, автостопщиком и гомосексуалистом. Порекомендовала бы всем. Вот. Интересно пообщаться. Много узнала об автостопе. Да? К примеру. Ну, к примеру, у них есть свои клубы. Как это все делается, как лучше разрабатывать маршрут. Хорошо. Сейчас я еще вопрос придумаю. Придумаю. Путь разрушить удалось стереотипы по поводу именно данных книг? Не все носят стразики и розовые. Да? Да. И даже не следят за внешностью. И вообще. Мне кажется, просто так нельзя принять чужую веру. Ну, для тебя отражение чужой веры. И тот как бы должен быть какой-то там шаг. Но в основном женщины побегают, конечно, из-за любви. Я видела Матессу. Вот. И поэтому меня надо потом зачем? Интересно, Матесса. Я все забрала домой. Я хорошая. Матессы не любят стразики. У людей есть комплексы. Вот у меня когда там подойти поздороваться, ну как пообщаться там с кем-то, там с девушкой познакомиться, а когда ты укололся, ты вот чувствуешь себя суперменом. Вообще наши организмы, они более предрасположены к растительной пище. То есть у нас нет клубов, чтобы раздирать. Ну, есть клыки, но они больше яблоки кусают. То есть там, ну, никто из нас не может убить корову, там, загрызть. Уколоться, это ну как проклятая жизнь. Все, кто и пробовал наркотик, и сейчас потребляют, они знают, что это на проклятие. Как бы, если занимаешься, то чаще всего все получается. Наши предки, как, ну, я считаю, многие считают, не были изначально мясоедами. Так, у вас же второй встречи с этим же самым началом, когда вы стали друзьями. Вы мне оставили все свои координаты, и будут какие-то проблемы, сразу звони, не стесняйся, все это решают, приезжай заранее, устраивай тебе экскурсию. Похоже, ты хочешь задать кого-то определенному библиотекарю вопрос. Представьтесь, пожалуйста, если вы хотите представиться. Аноним. Хорошо. Кто самый популярный из книжек? Ну, по крайней мере, на утро. На утро был самый популярный, это эзотерик. Пожалуйста. Ой, подождите, подождите, дайте, пожалуйста, назад, я вас же запишу обратно. Вот, но сейчас очень много, все, многие спасибо. Уже заполнены до спасибо. Конца дня. Да, нет. А, угу. Это тоже свободен. Эзотерик свободен? Нет, это очень популярная категория сегодня. Это тоже свободен. Готесса свободна. Будет. Стоп, подожди, нет, не будет. Ты будешь в это время занята. Кто свободен? Так, который сейчас вообще? У нас сейчас час, да? У нас сейчас волонтер свободен. Вот, будет в 2.30 занято. На 3 у нас много свободных. Турок, китаянки, гомосексуал. Так, это уже занято. Так, представитель Ближнего Востока. ВИЧ позитивный мусульманин и мусульманка. Скажите, когда вы Кришнаид, да? Кришнаид, да. Кришнаид. Он у нас свободен на 14.30. И все. И все? И все. Там у нас занят, вы были ВИЧ, все хотят почитать, а то лучше. Да, все приходит замечательно, он тоже. А в цифрах озвучите, пожалуйста. Есть какие-нибудь статистические данные, сухие цифры? А то, может быть, вы тут говорите много-много, а я вот хожу и не вижу. Где плохо, же люди? Плохо снимаешь, значит, не в тех местах. But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too.
and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. Против, что я снимаю. I was a volunteer book and it was a great experience again. I met some nice people. Well, I guess my job isn't the hardest one. I just talk about my last year and so on, make some promotion. Yeah, we also talk about life and what to do like after EBS, and does it help me to find myself, to find out what I want to do in my life, stuff like this. Отже, ти хто? Оля. Я бачу в тебе така гарненька футболочка. Як ти її отримала? Я прийшла сюди, тут всім давали. Тому, якщо хтось хоче мати футболку, це на правах реклами було. Якщо хтось хоче мати гарну футболку з зеленими літерами, обов'язково сюди. Можна ще чорну міняти на білу. Ага, запрошуємо до нашої секти. Дуже цікаво було сидіти в полі, коли поруч з тобою багато книжок, і ти не знаєш, хто з них яка. І вгадувати. Я вгадала двох. Ні, я вгадала трьох, бо одну знала. А, чотирьох. О, бачиш? Найцікавіше було, коли ще до всього ми сиділи поруч з чоловіком, він виявився Кришнаїті, я виявилася україномовною. І він говорить, а які стереотипи пов'язані з вами? І взагалі, звідки ти приїхала? І взагалі, до Донецьку ніхто українською не говорить. І потім ще декілька таких речей. Чітко по моїй брошу, потім, коли він її відкрив, я йому сказала, що ці пункти ви вже відзначили. От, залишився перший, там, Бандерівка і Ющенківка. Він такий, о, точно, забув сказати. Тому стереотип, да, спосіб налагодити спілкування в даному випадку ще. My first experience was really great. I was called Muslim and I, like, it was a great responsibility to speak on such a big behalf of being, carrying yourself as a Muslim and the traditions and the culture that we bring into Ukraine. And I was really got surprised that people really does not have a sort of opinion that I had before participating in this event. And after going through this event, I have really been able to change and bring out the results that I really wanted out of this event. Було супер, читателі такі добродушні всі. Вообще, я так боялась, що почнеться там сразу там сходу, так, потім така стереотипами грубить. А тут ні, сели, розкажи о собі, як, почему. В конце там уже всі сміялись. О, так, клас, супер там. Сделано в волонтерских началах группой инициативных людей. Вот, это очень здорово, что мы настолько открыты в Донецке. Вот, мне кажется, каждый из вас может в дальнейшем развивать эту тему, а не только ждать этого от кого-то. I want to say again thank you to all the volunteers that helped to organize this event. Спасибо вам большое. Я сегодня получила очень важные ответы на интересующие меня вопросы. Я думаю, что этот проект показал, что на самом деле маленькая группа людей может делать очень большие вещи. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who drew you.
And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Жалоб не было. Кстати, это вы меня сюда пригласили. Ля-ля-ля. Подожди. Мы уже как конец проекта суммируем или типа идет все? Я думаю, как идет все. А, то есть... хорошо. Что такое живая библиотека? Живая библиотека – это проект, который направлен на разрушение стереотипов, которые сложились у определенных людей. Виталик, давай сначала.